Привет, друзья! Я сегодня буду рисовать радугу. Радуга 70 цветов. Я буду рисовать каждый цвет. Давайте-ка начнем. Сначала мы смахнем кисть. Теперь макнем в краску и начнем рисовать. Вот отсюда. Первый у нас красный. Вот. Теперь можно чуть-чуть подправить, где у нас не смогло чуть-чуть промочиться. Вот. А теперь у нас идет цвет, можно еще чуть-чуть потолстее. Теперь красный. Потолще. Чуть-чуть надо смакнуть всегда. Всегда надо смакивать, так краска чуть-чуть у вас, ну, так расползается и лучше. А теперь у нас идет цвет оранжевый. Оранжевый. Оранжевый у нас цвет вот здесь. Вот. Смотрите, как красиво, да, у нас. Вот. А потом у нас цвет идет желтый. Желтый у нас будет гуашь. Вот. Вот. У нас получается красивая радуга. А теперь у нас идет цвет зеленый. Зеленый и красивый цвет тоже. Вот. Смотрите, красиво, да? Такое у нас закругление видно. Что закругление у радуги. И вот поэтому такая красивая. Теперь смачиваем. Смачиваем кисть и делаем мы голубой. Ну, синий. Вот он. У нас синий цвет. Потом идет. Вот, теперь у нас фиолетовый. Сейчас мочим мы кисть. Промоем. И берем фиолетовый цвет. Вот. Фиолетовый. Вот. А теперь у нас светло-фиолетовый. Вот. Давайте-ка сейчас чуть-чуть закрасим некоторые места белые, где остались. Вот, ну что ж, моя радуга готова. Кому понравилось, ставьте лайки. Пока-пока.